В Чебоксарах состоялся региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». Это единственный в стране конкурс, который объединяет одаренных детей, сотрудников правоохранительных органов и других государственных структур. Хрустальный голос Анны Путяковой звучит на самых разных концертных площадках республики. В этом конкурсе она уже 3 года подряд занимает первое место. В этом конкурсе я показываю свои песни на русском и чувашском языке. Я очень люблю свою родину и больше всего я выступаю с чувашскими номерами каждый год. Успехом дочери радуется вся семья. Когда дочь занимает первые места, это, конечно, всегда гордость за нее. Тем более не только в конкурсе службы съем приставов, но и в районных конкурсах. Тем более недели 2 назад в районном конкурсе «Восходящие звезды» она заняла гран-при конкурса «Восходящие звезды». Первое место, ну то есть гран-при, самое первое место уже. И вот тоже опять же восхищение, гордость за нее. Сначала вот репертуар дочери как бы у нас выбирал дедушка. Потом, когда дочь начала ходить в более старшие классы, музыкальный руководитель школе искусств Батырского района Вероника Макарова в настоящее время, она больше с ней работает. Ну и мы тоже помогаем, мать помогает, я. Победители сегодняшнего этапа, вокалисты, музыканты и танцоры, отправятся в Москву, чтобы побороться за главные призы. Это бесплатные путевки в лучшие детские оздоровительные центры страны – «Орленок», «Артек» и «Океан». А еще редкая и поэтому особенно ценная возможность выступить на одной сцене с известными артистами. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика.